Любимый, всем привет! Вы на канале «Жизнь без невроза», и сегодня мы с вами говорим про гипертиреоз. Мы говорили про гипотиреоз, сегодня гипертиреоз. Было ли у меня такое? Нет, у меня был гипотиреоз. Ну ладно, переживем. Что делать, если такая история обнаружилась? Два врача вам нужны. Эндокринолог и... Хотела сказать, я Алена Самсонова, но вы и так со мной. И, ну, может быть, еще и гинеколог. Я бы сказала, еще и терапевт. А больше всего вам нужен эндокринолог, который работает с нутрицептиками. Гипертиреоз, друзья, чего нужно? Что смотрим? Смотрим в состояние, которое продуцирует данную проблему. У кого-то это нарушение, связанное с когнитивными, да, функциями, у кого-то это... проблемы, там, прогестерона, в общем, там все бывает намешано. Короче, друзья, что нужно просить у своего доктора? Доктор, я вас умоляю, проверьте у меня витамин D, проверьте у меня щитовидную железу, проверьте у меня то, что влияет на работу кишечника. Доктор скажет, ну, я не знаю, там еще что-то. Ну, в общем, тогда задайте ему несколько вопросов. Доктор, нужно ли мне принимать карнитин? Нужно ли мне B-комплекс попринимать? Нужно ли мне пищеварительные ферменты, так как у меня то снижена, то повышена щитовидная железа, и мне вообще сложно усваивать еду? Нужно ли мне принимать мелиссу и другие травы, которые влияют на, собственно, мое спокойствие? И нужны ли мне комплексные пребиотики и пробиотики? Короче, если вы это все спросите, будет уже большая польза. Следующее. Внешние симптомы. Как это проявляется? Как я вижу? Обычно. Я даже выписала. Я знаю этих девушек. Тремор, одышка. Большие такие глазные яблоки. В глазах такие вот как расширенные зрачки. Тахикардия. Постоянная жажда. Потливость. Повышенный обмен веществ. Бывает, человек, знаете, весит 42 килограмма и спрашивает, что с тобой, деточка, ты высох? Да нет, просто все в порядке, просто у меня щитовидка тут что-то сломалось. И это правда, очень сложно. Как бывает еще у деток? Вот прям деток мне жалко. Ну ладно, всем мне жалко. Сильная жажда, мочеиспускание. Вот человек, это же даже может писаться. И это все-таки симптомчики. Поэтому, да, доктор вам там скажет, сколько вам нужно йода, селена, хрома, магния, цинка, железа, меди, витаминов А, Д и С. И, ну, и все, в принципе, друзья. И все. Вы на канале с Аленой. Здесь мы говорим о самом главном. Подпишись, напиши. Жду в прямом эфире.